прекрасная погода, живописное место в Лазаревском районе и отдых в курортном отеле. Дети довольны уже самим приемом. Здесь и торжественное внесение флагов юнармии и общественной организации Лига женщин Моздобра, и встреча гостей веселыми аниматорами. 5 дней с ребятами будут активно заниматься, в том числе и педагоги дополнительного образования. В общей сложности с родителями сегодня заехало 80 человек. Они здесь будут находиться 4 дня. Они здесь будут работать и аниматоры, и наши молодогвардейцы, юнармейцы. Вместе с родителями и сестренкой новым гостем отеля стала Юлия Никулина из Адлера. Она мечтает стать журналистом, а на фестивале «Хрустальный петушок» представляла свое литературное сочинение. Теперь у нее другие впечатления и эмоции. Очень такая воодушевляющая обстановка, очень красиво. Мы знали, что здесь очень красиво и очень хорошо, и для детей здесь все предусмотрено. Но что будет такой прием, мы очень благодарны организаторам. Вот на самом деле, это искренние от сердца слова. Победители городского творческого фестиваля «Хрустальный петушок» всегда получают хорошие подарки. Чаще всего это телефоны либо видеокамеры. Но теперь Лига женщин Моздобра решила разнообразить жизнь своих подопечных вот таким отдыхом у моря, вне стен дома, но в родном городе. Елена Овсецина, Арактаян, телекомпания ФКТ.